Сегодня в администрации городского округа состоялось очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Серпухова. В ЕДДС регулярно поступают жалобы на едкий запах и задымление жителей региона. На мусорном полигоне с Янова-1 постоянно происходит возгорание. Строительство подъездных путей для ликвидации очагов возгорания на полигоне с Янова-1 – важный вопрос на повестке дня. В настоящее время вся техника по сбору грунта на свалке работает у подножия тела полигона. Доставить его наверх на данный момент не представляется возможным. Это та часть дороги, которую мы уже отделали. Это получается у нас 102 метра тем щебнем, который был завезен. Но хочу отметить, что это щебень толщиной 10-12 сантиметров. То это 2-3 дня и дороги у нас не будет. Необходимое количество вторичного слома. Желательно бы это, чтобы был вторичный слом, а не щебень. Для того, чтобы забраться наверх к первому очагу, который наверху, нам необходимо 3-3,5 тысячи кубов. Для того, чтобы сделать полностью всю дорогу и добираться до любого места, нам необходимо 5 тысяч кубов. Компания «Вива Транс» заключит контракт с организацией, которая выделит технику для завоза грунта наверх, непосредственно к очагам возгорания на полигоне с Янова-1. Экскаваторы и бульдозеры будут срезать верхнюю часть, где происходит возгорание, и пересыпать ее грунтом. На заседании оперативного штаба обсудили вопрос охраны полигона твердых бытовых отходов с Янова-1. Чьи это сотрудники и кто оплачивает их услуги, предстоит выяснить следствию. Сегодня в рамках заседания штаба по чрезвычайной ситуации, введенной в городском округе Серпухово, по согласованию с главой принято решение о обращении в прокуратуру для проведения проверки о надлежащей охране на полигон ТБО с Янова-1. Есть определенные подозрения, что эта охрана не организована и, соответственно, могут проводиться и другие противоправные действия.